Всем привет! Жизнь современного человека трудно представить без шариковой ручки. Это изобретение облегчило жизнь миллионам людей, которые вынуждены писать каждый день. Их не надо заправлять, просто в 2 секунды сменил стержень и все, продолжаешь писать. Вот несколько удивительных фактов про шариковые ручки, которые, скорее всего, вы не знали. Каждый год более 100 человек смертельно давятся шариковой ручкой. Шариковая ручка попала в Книгу рекордов Гиннесса в номинации «Самая дорогостоящая ручка в мире». Ее продали на аукционе по цене 1 миллион евро. Эта ручка была сделана из платины. В Америке в продаже есть говорящая ручка. В принципе, это мини-компьютер, который внешне похож на ручку. При написании текста он правит ошибки, переводит тексты и еще произносит написанные слова вслух. Одной шариковой ручкой можно писать более 55 тысяч слов. Каждую минуту в мире покупается около 900 ручек. Не всегда стержни были похожи на современные. Изначально для большего объема они были сделаны в виде гармошки. Но технология изготовления была очень сложной и было решено от нее отказаться. И стержни стали изготавливать в виде полой трубочки, как это и есть сейчас. В разницу ручки впервые поступили в 1945 году в Нью-Йорке. В очередь выстроилось такое колоссальное количество людей, что власти для поддержания порядка прислали сюда около 5000 полицейских. Цена одной ручки была $12, что было эквивалентно зарплате за один рабочий день высококвалифицированного работника. Но несмотря на такую дорогую цену, в день продавали по 10 тысяч ручек. Изначально ученые придумали эти ручки не для простого населения, а для пилотов воздушных сил Англии. Перьевые ручки были неудобны в полете, так как при попадании давления из них вытекали все чернила.